Была война, или массовое вымирание, а после войны трупы навалились, или была братская могила. На вершине этой могилы было посажено дерево, откуда берутся дьявольские плоды. Дерево извлекает хаки, которые есть у всех, хотя и в небольшом количестве, с одинаковой длиной волны из тел и помещает все это в один плод, поэтому в природе не бывает двух одинаковых дьявольских плодов. Плоды парамеции делаются так, если найдется достаточно дохлых чудиков такого же вида, бум, дьявольский плод. Плоды зоон получают из мертвых животных того же вида. Плоды логии получены от мертвых лунарианцеев, которых меньше и поэтому логии более редки. Древние зооны – результат того, что корень дерева углубился и наткнулся на колодец с маслом. Вот почему они более сильны, так как было больше мертвых динозавров, чтобы нарисовать форму хаки. Мифические зооны бывают разными. Они сделаны из одного мертвого существа с очень сильным хаки. Вот почему они самые редкие и самые мощные. Если вы съедите два дьявольских плода, вы взорветесь от столкновения хаки внутри вас. Если вы умрете, хаки будет перенесено на другой фрукт того же вида, так как он связан с этим фруктом деревом. Дьявольскими плодами их называют потому, что они являются плодами дьявольских дел, войн, массовых вымираний. Одного укуса достаточно, потому что человек является предпочтительным хозяином для хаки, поэтому все дьявольские плоды хаки передаются осмосом. Эффекты могут быть сведены на нет хаки, если хаки дьявольских плодов плюс хаки пользователей слабее, чем хаки противника. Пробуждение – это процесс, в котором вы можете начать использовать свой дьявольский плод в качестве хаки, и он инициируется вашим собственным хаки, но не хаки дьявольского плода, который в таком случае сохраняет вам жизнь и сливается с вашим собственным хаки. Можно создать несколько дьявольских плодов одного и того же вида, поместив в плод достаточное количество хаки такого типа. Просто случается так, что дерево помещает все хаки одного вида в один плод, и плод созрел после того, как все, что хаки, был извлечен. Вегапанк потерпел неудачу, потому что длина волны немного сместилась, и Момо стала розовой, но это могло иметь неожиданные последствия для других дьявольских плодов. Это также объясняет стихийные эффекты хаки, такие как огонь Санджи и Асуразора. По сути, дьявольские плоды – это дешевый способ получить сильные хаки. Хаки рулит, вкратце, дьявольские плоды – это хаки множества мертвецов в плодах, извлеченных и сконцентрированных деревом.